Вот это фирменная кассета. Экстрафон. Альбом «Поклонник» имеет несколько разных пресетов. То есть тиражи разные печатались. Это видно и так по оформлению. Сейчас покажу еще один. Вот это вот пресет 93 года. Он выходил в 93 году только на аудиокассетах. Скорее всего, был небольшой тираж, потому что официально альбом выпущен был в 94 году на аудиокассетах и компакт-дисках. Вот. В 93 году это была только аудиокассетка. Вот такая вот она. Ну, это студия ZEK Records переиздавала серию музыкальных альбомов разных исполнителей, в том числе была Наташа Королева, альбом «Желтые тюльпаны», «Поклонник» и «Дельфин русалка». Вот «Поклонник» фирмы ZEK Records. Такая красота. Ну, оформление оно упрощенка, в отличие от компакт-диска с буклетом. Вот, переиздание в 96 году было. Хотя в 95-м тоже было. Вот, смотрите. Видите? Смотрите, 94-й год. То есть разные тиражи печатались в разные года. Альбом «Желтые тюльпаны». Фирма ZEK Records, это запечатанная вообще. Не буду ее раскрывать. Родная запечатка. Какая-то раскрыта. Еще даже сохранился логотип ZEK Records. «Дельфин русалка». Это фирменный «Дельфин русалка» ZEK Records компания, тираж. Тоже запечатанный, не буду распечатывать. Скорее всего, это 96 год. Тираж. Это звездная серия. Блять. Это звездная серия. Ну, это нелицензионная продукция. В 2001 году выходил. В родной запечатке альбом «Веришь или нет» аудиокассетка. Не буду раскрывать, потому что родная запечатка — это очень ценно. Тоже лицензионная аудиокассетка, я о ней обзор делал когда-то. Она выходила и продавалась на концертах Наташи Королевой. Ее особенность в том, что здесь есть одна неизданная песня «Украина». Тоже аудиокассета в родной запечатке. Мне очень понравилось оформление. Я обзор на нее когда-то делал в распаковках. Вот. Не хочу распаковывать, честно. Хотя любопытство распирает меня посмотреть вообще, какой год печати. Потому что оформление очень даже интересно. Мне кажется, даже стильнее, чем обычный альбом «Поклонник». Прям поинтереснее.